У меня ситуация сложная. В чем она заключается? А у меня прописано 5 человек, а платить никто не хочет. Умышленно или по незнанию пенсионеры, прописанные с ним родственники, не оплачивают коммунальные услуги уже несколько лет. Сумма долга превысила 150 тысяч рублей. Разобраться в конкретной ситуации, найти возможность погашать накопленный долг. Этим в Щелковском районе занимается административная комиссия. За столом специалист управления ЖКХ администрации района, расчетного центра МОСОБЛ ЕИРС, службы судебных приставов. Долги растут, мы не можем рассчитываться за газ. Не можем рассчитываться, долги большие перед водоканалом, идет уже отключение, вы знаете прекрасно, а впереди у нас отопительный сезон. Комиссия рассматривает должников с суммами в квитанции свыше 30 тысяч рублей. Рекомендация для всех была одна – составить график рассрочки платежей в управляющей компании и неукоснительно его выполнять. Любая просрочка – дело должника направляется в суд. Что вы собираетесь дальше со своим долгом делать? Выплачивать. Когда и как? Ну, по 10 тысяч я... Несогласных на рассрочку долга администрация готова выселить из муниципальной квартиры на койко-место. Есть такие в маневренном фонде. Административная комиссия по задолженностям планирует заседать еженедельно. Должники, которые не явились на заседание второй комиссии по взысканию долгов по оплате за жилищно-коммунальные услуги, теперь ожидают встречу в суде. По крайней мере, об этом заявили в администрации Щелковского района. Ведь долг от них никуда не денется. Михаил Налетов, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».